Выбор будущей профессии – дело, несомненно, важное, и подходить к этому нужно ответственно. Познакомиться с преподавателями и узнать особенности образовательного процесса на той или иной специальности можно на дне открытых дверей. На экономическом факультете ИФГУ об учебе абитуриентам рассказали в необычном, занимательном формате. Формат выбран у нас тест-драйв, то есть тест – это пробы и испытания. Ну, драйв от того, что они попробуют сами рулить, попробуют сами стать полноценными участниками. Вот они и пробуют в реальном процессе со студентами первого курса, сидят на занятиях, и преподаватели через разные формы активности с ними работают. Студентам-экономистам Алексей Кирьянов читает курс по поведению потребителей. На занятиях преподаватель объясняет, какими навыками должен владеть маркетолог, чтобы покупатель выбрал именно его товар. За партами рядом со студентами сидят школьники. Разделившись на две команды, молодые люди получили творческое задание. Сегодня у нас были секреты поведения потребителя, а именно как можно манипулировать сознанием потребителя, предлагая им более интересную упаковку, которая заставляла бы их покупать тот или иной продукт. Сегодня мы придумали упаковку молока. Если говорить про молоко, большинство производителей производят качественный продукт, и желание выделиться очень велико. И поэтому задача маркетолога, экономиста – сделать так, чтобы товар на полке был выгодно представлен среди других. К решению данной задачи нужно подходить комплексно. Отстройка от конкурентов и обозначение преимуществ продукта – настоящее искусство. С заданием по созданию оригинальной упаковки команды справились на отлично. У нас, короче, корова. Ну, просто корова, стеклянная корова и, собственно, вот весь дизайн. На ней еще там этикетка, на шее в виде колокольчика, где написана основная информация. Сегодня мы придумали продукт в форме глиняной крынки, который должен изнутри быть упакован асептически, чтобы молоко дольше сохраняло свою свежесть. И мы, в общем, придумали это как крафтовый стиль. Практические занятия вместе со студентами позволяют в полной мере прочувствовать, что ждет абитуриента, если он выберет эту специальность. На факультете уверены, что такой формат дня открытых дверей заинтересовал школьников. Теперь ждут их летом во время приемной кампании. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.